И, друзья, мы с вами едем по лесу. Лесу это, какому мы лесу едем? Это ленточный бор или не ленточный бор? Вообще они приобские боры у нас считаются. Ага, приобские боры. Да, приобский бор. Это Большеугренево. Участок Бийского лесхоза. Правильно же, да? Да, о, Бийский лесхоз. Но вообще это Бийское лесничество. Ага. Да, вот государственное, то есть у нас же осталось еще и государственный контроль. А государственный контроль, это как раз это самое... Бийское лесничество, это на Лермонтова 252 они находятся. Расскажите, пожалуйста, а вот несанкционированных порубов много? Ну, как сказать, бывают. Ну, так скажем, ну, так, по мелочи. Вот. Те, кто денег или кто их там маленько не поимел, а зима-то приходит, он летом не... Так скажем, не заготовил дрова, то да? То есть это три сосны себе на дрова, или это дров нарубить черные, и продать? Нет, продать они никто не продают. А они просто едут в лес, как вот сейчас частных коней много, на коне едут. И вот эти мелочь, хотя объясняем. Ну, парни, недалеко же, вот доехать, и сучки мы отдаем бесплатно. Да, то есть, ну, это все равно мы их сожгем, да? То есть вы берите, пожалуйста, и нам поможете в каком-то плане, сами, без всяких этих... А вот сейчас закон хотят принять, чтобы валежник разрешили собирать людям. Вы за этот закон или против? Не понял. Ну, как раз вот эти все по лесу, чтобы люди могли сами собирать всякие сучки, ходить. Валежник, так да. называемый. Не, ну вот в лесосеке, да, пожалуйста, в лесосеке, пожалуйста. Были, то да? есть под присмотром мастера, под присмотром отца, они просто, вот, ты зашел в лес и начинаешь там как бы... Выламывать. Да, выламывать то, что ты хочешь, не этот самый. А вот в лесосеке, пожалуйста, тут берешь не так далеко... Приглашаем. Да ему раз, даже лесосечка была прямо рядом с деревней, там в километр, ну, грубо, граничево, возле Большеугренева. Приглашали, ну, кто приезжал, кто не приезжал, кто-то там осень проленился, а потом все равно замерзает же, вот он едет потом, ну, мы их тут, так сказать, пытаемся отловить, ну, когда отловишь, они там ночью всяко бывает. Ну, а таких вот, чтобы, ну, как вот где-то передают, там, черные лесорубы заехали, ну, были у нас это, ну, лет, не знаю, там, 10, вот, те, помните, 90-е, у нас было вот в 27-м квартале, мимо едем, хоп, прям свалено, забрано, так сказать, деловая, вершинник валяется, ну, мы, оп, начали там, подошли, поглядели, работает, работал Урал, видно, что с этим, с манипулятором.